Друзья, всем привет! Ну что, в наши первые дни адаптации в Америке. Я, конечно же, варю борщик. Смотрите, в Америке какая классная штука продается. Это чеснок, который уже потертый, так выдавили. Просто нужно его выдавить из упаковки и добавить в суп или куда угодно. В общем, классно, очень удобно, мне кажется. Вот такой у меня получился самый первый борщ в Америке. И очень вкусный. И, кстати, он на камере более оранжевый, а на самом деле он такой прям красный-красный. Бордовый даже. Всем огромный привет! Нас сегодня везли на набережную показать, как здесь все выглядит. Многие сюда приезжают первые разы по приезду в этот штат, Вашингтон. Здесь очень красиво, свежий воздух, много людей разных, детская площадка. Вот смотрите, какая здесь детская площадка классная вообще. Ну давай, дочь, опробуй ее. Доченька, иди сюда. Вот смотри, там ступеньки. Там по ступенькам заберешься и будет горочка. Вау. Боишься, дочь? Я боюсь тоже. Браво! Вот ты молодец, ты смелая. Может, давай с маленькой начнешь? Ну, давай. Вот, а мы немножко поднялись. Смотри, какой классный фонтанчик. Мы вот по ступенькам немножко поднялись. И здесь отель есть. Здесь есть какие-то апартменты тоже можно снять, но они дорогие очень. А, дочь, здесь сейчас можно только смотреть, хорошо? А, такой фонтан. Водный. Красивые какие-то вон рестораны тоже есть. Красиво. Красиво. Знакомые нам дали покататься, но мы оценили. Ты оценила, Зари? Тебе нравится? Да, я, кстати, когда мы только приехали, я очень мечтаю о таком электрическом самокате. Да. Ну, у тебя там немножко есть уже денежек, да, и можно накопить, да. Теперь. Можно сказать, сколько у меня идет? Нет, не надо. Пусть это будет наш маленький секрет. Хорошо. Ой, нас пригласили вот в такой ресторан классный. Смотрите, здесь такой необычный интерьер и классные лампочки. Смотрите, вдоль всего ресторана. Это напиток, который называется Bubble Tea. С такими черными какими-то кружочками.
такие слизкие, плотненькие, как желейные конфеты. И мятные. Очень вкусно. Класс. Я забираю.